Опа. На кухне еще есть. Сука. Бля, это не нажимал я ее, алло, игра. Сука. Гранат, гранатку бы вот ему кинуть сейчас туда, одну. Я бы его запушил и замочил. Но гранат тупо нету, бля. Есть одна идея, конечно, прикольная. Сейчас попробуем реализовать ее. Scavs around here? Сейчас, ребят, секу. Вот так сейчас мы сделаем нахер. Сейчас, секундочку. Да не кричи ты, нормально же все. Ой, тут из тебя журавлика свернули, бля. Страшно. Давай хаешку, ёптать. Энергия ноль. Блин, тупо гранат нету, парни. Просто гранат. Бля, там еще один. Вот там сидел, видели? Там еще один сидел. Капец. Тут типов еще целая карта, блин. И никто между собой не стреляет, только я стреляюсь. Кошмар, блин. Ах ты, сука, залутал. Во! Сейчас, ребятишки, мы вам устроим. Секундочку. Сейчас просто граник бы пригодился, кстати. Двое, блядь! Да вы чё нахер? Господи. Бля, вот это нагибаторы, конечно. Блять, ну с левого плеча пикаться, так сказать, такое себе. Дрит там злой чел просто. Просто злой челик. Эй! Эй!
Последний остался. Да. Он что там гранаты принес, блин? Уходи, чел. Я тебя предупреждал. Говорил, с лестницы спущу, говорил? Ой, как мне плохо. Звездочка мне быстренько. У нас вот черик валяется, может быть, у него что-то есть. Внимание персонала, лифты в секторе О введены в строй. А может и нету. Кто-то по лестнице поднимается. У меня гранат нету. Надо гранату. Блядь. Как назло, ни одной гранаты нет. У нас вот тут челик, вот здесь, на лестнице. Может, у тебя что осталось? Внимание! Охранник комплекса просто проследует в сектор G. Отлично. Походу, это тот, которого я на парковке видел. В этом. В оливковой куртке. Юсековец в оливковой куртке. Походу, это он. А тут у всех чемоданы, блин. У всех трупов чемоданы. Там ходит кого-то. Возможно, боты, но непонятно до конца. ВССник у тебя есть. Кстати, хороший тоже ВСС. Но нам уже некуда складировать, к сожалению. Мы только вот так можем сделать. Так, тут тоже все забрали, окей. Да, это клановый, видите? GBC. А, у него хеклер хороший. Пам-пам-пам. Раз, два, три, четыре, пять. Пять типов. С этого они забрали жетончик. Ну, скорее всего, тоже он GBC был. Клановый. Всем в голову заснить. Видите, смотрите, всем в голову. Сколько получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семеро убил. Семь выстрелов в голову. То есть всем, всем были хедшоты в этой катке. Как бы, каточка хорошая. Думаю, ближе к Новому году.
Так, кулач. Блять, убирай, быстрее. Что за звук нахер был? Капец. Ты что, сидел тут все это время, бля? Видел, видел, видел тебя. Сашка у него. Я его ранил. Бля, двое. Блять. Хорошая залетела. Бля! Спокойно нахер. Один слева, другой справа. А, вижу, вон сумка торчит. Блин, гранатку бы. В каску попал ему. В лицо ему попал. Бля! Как этот выжил попадание в голову, конечно. А у него тоже бастион. Я понял, как он выжил. Короче, как выяснилось, бастион — это отличная каска. О, хитрит броня у чувака. Надо брать эту броню стопудово. Она мне сейчас жизнь может спасти, эта броня. Пойдем на выход. Тут кроме ручки можно было еще много чего сходить забрать. Куда-нибудь в зеленку, там, в синьку, в черную карту эту комнату, но уже пофигу, как бы. Мы с типами пофайтились.
основное забрали, и, в принципе, можно уже пойти. Надеюсь, сейчас какой-нибудь ботяра мне влепит. И все. Кстати, парни, 1000 человек на стриме. Ёлы-палы. Ну что, не спите-то? Карта лежала? В смысле? Ау! А я вам только хотел сказать, типа, я говорю, 100 лет там уже ничего интересного не находил на этой полке, кроме сигарет. Меня тоже постоянно убивают. Я начинаю пфпи сразу. Соли несколько лимонов, я как-то не могу. Короче, парни, несите с кухни банки с водой, ставьте около монитора. Сейчас будем заряжать вас на скилл в Таркове. Несите. 5 литров принес, заряжай давай. Я сейчас просто должен, знаете, как выходить на стрим. Сейчас я вам покажу, как я должен на стрим заходить, короче. Вот такие, значит, вот такие, знаете, приходите на стрим, ставите там банки с всякой водой там туда-сюда, короче, перед мониторами. А я в таком длинном балахоне, капюшоном, короче, вот с таким одетым на голову, вот так просто должен. И заряжать так сразу должен воду, понимаете? Заряжаешь. Не, у меня, короче, ЧСВ волны, знаете. Точнее, не ЧСВ, а как они... СВЧ волны у меня, короче. Я так вам их передаю, и вода у вас заряжается сразу. Ну, хотя ЧСВ волны, в принципе, тоже нормально. Это тоже про нас.